Всем привет! Сегодня мы к вам снова с новогодним роликом. Это будет новый челлендж на нашем канале, которого еще не было. Челлендж называется «Нарисуй и угадай». Для этого нам понадобится iPad и такая вот штучка, которая... Сейчас я ее включу. Это лазер, лазерный. Так вот нажимаешь, и загорается зеленый свет. А также еще понадобятся карточки со словами. Вот у нас есть колода карточек. Мы берем две карты, смотрим на цифру, которая в колоде. Остается в колоде, то есть номер 8. И на этих двух карточках вот тут выбираем номер 8, слово под номером 8. Тут получается два слова. И мы должны выбрать, что нарисовать, икра или Кинг-Конг. Вот что-то из этих двух нужно выбрать и нарисовать. А другой должен угадать. Кто рисует, он молодец, но тот, кто угадывает, тому зачитывается балл. А если не угадываешь, то фиг. И еще есть ограничение в 90 секунд. Да мы... ладно? Да, по времени. Мы можем это уменьшить или увеличить, как ты думаешь? 90... Давай 90 секунд. Оставим 90 секунд. Да. Ладно, оставляем колоду карт тут. Угу. Ты будешь первый рисовать, правильно? Да, получается, что я первый выхожу. Ну давай тогда, бери карты. Ой, мне что-то как-то страшно стало. Давай. Так, я беру две карты. Угу. Номер 4. Номер 4, смотрю. Я думаю, это будет сложно. Так, даю тебе iPad. Один, поехали. Рисуй. Так, я. 7. Правильно. Можешь стереть. Ты это должна запомнить. Угу. Семь чудес света? Что это? Это животное. Да. Кошка? Семь жизней? Нет, это не кошка. Блин, как тебе нарисовать это чудо-юдо? А! Что это? Это коза, это... Коза? Коза. Да? И вместе... Семь коза? Семеро козлят. А, семеро козлят. В смысле семь коза? Все? Зашла? Ну, все. Я угадала или нет? Да. Да? Один нажать на плюс один, да? Да. Там всё. Время отчёт. Да, у тебя еще 23 секунды есть. Так, стерла? Да, стерла, да. Муравей! Нет. Все, время вышло. Слушай, это намного сложнее, чем я думал. Да? Ты сейчас поймешь. Ух, я еще думал, 12 секунд это много. Ладно. Да супер. Давай ты. Ну, давай, я готова. 3, 2, 1. Сыр. Нет. Терка. Нет. Они такие... Это ты поверх рисуешь? Ой, убери все. Ага. Можешь побольше рисовать, не бойся. Что-то поломанное. Порванное. Да. Не, поломанное. Поломанное. Осколки. Стекло. Не-не-не. Они еще бывают круглые. Фигуры. Нет. Бывают в форме звездочек. Ну, такие бывают прямоугольные, там овальные. Рисуй, рисуй, потому что я не... Блин, Заря, давай! Ладно. Так, это человек. Ага. С открытым ртом, правильно? С открытым ртом, да. Что это? В рот. Да! Что это? Удали! Удали! Еще раз, смотри! Я не понимаю, что это такое. Почему на нем дырочки? 5, 4, 3, 2, 1. Крекер! Крекер? Да! Надо было рыбку нарисовать. Почему? Потому что крекеры, они всегда, практически всегда в форме рыбок.
запустить таймер. 3, 2, 1. Время пошло, давай. Так, это опять животное. Кошка и котята. Все вместе они... Я знаю, кажется, я знаю это слово. В клетке? Животные в клетке? Клетка? Питомник? Питомник! Да? Да! Давай, давай, у тебя еще есть аж целых 52 секунды, давай. 4. О, так. Давай, 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 скорее. Дверь? Угу. Плинтус? Плинтус! Это нереально! Я вообще шедеврально рисую. Так, 6. Давай, 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 скорей. Сколько там у меня осталось? 16 секунд. Нет, я сдаюсь, я не смогу это нарисовать. Не сможешь? Нет. Уверен? Если было бы у меня время, то, ну, может быть, ну, чистюля. А второй? Кочерыжка. 3, 2, 1. Вперед. Нет? Вытирай. Нет. Вытирай, я еще раз нарисую. Давай. У меня даже версии не было. Так, это какой-то полукораблик? Нет. Туалет? Да. Вантус? Нет. Ну, я угадал, туалет? Туалет, да, только как он по-другому? Друг этот белый называется. Блин, у меня вылетело. В смысле? Прям куда ты ходишь? Ну да! Сортир? Как он называется? Блин, занято! Ну блин, ну как он называется? Унитаз? Да! Есть, плюс один. А чего тебе сортир не понравился? Я готова. У тебя время идет. Так. Квадрат с кругляшками внутри. Да. Сыр? Нет. Ладно. Подожди, стереть? Стирай, да. Можешь пошире рисовать. Хорошо. Так. Клавиатура? Нет! Все, время вышло. Это была электрическая плита! А, это были комфорки? Да! Я из-за тебя проиграю! Я ж тебе говорила! Я ж тебе говорила, эта игра нечестная! Ну что, если тот, кто угадывает, он тупой? Так, третий раунд. Ну что, поехали. Поехали. 3, 2, 1, гоу! Шарик? Планета? Круг? 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 Ну там стрелочка, нет? Часы? Нет. Круговое... Это, блин, это очень сложно. Круговой пояс? Часовой пояс? Нет, смотри. Угу. Так, я так и рисовать живот. Так, ладно. Хорошо, это животное, да? Да. Кошка. Так. И у этой кошки нет, есть котята. Она его... А вычеркнула из жизни. Да, кого? Кота. Короче, вот, ты запомнила. Кошка. Кошка вычеркнула мышку. Да, и это... Канализации? Ладно, давай следующее, я пропускаю. Давай, ну блин, у тебя 9, 8 секунд осталось. О! 5, 4, 3, 2, шапка! Нет! Время вышло. Это ободок! Это был цикл. О! 3, 2,
Один. Если ты думаешь, что я там вижу, что ты написал. Ладно, сотри. То там не видно. Сотри. Стер. Градусник. Линейка. Да, линейка. Мерить, измерять. Нет. Рядом я что еще нарисовала? Листок. Еще одна линейка. Потом такое. Потом вот такое. Оно все из одной категории. С какое-то приспособление для измерения чего-то? Нет. Нет? Линейка, листочек, ты сказал, да? Лист, да. Еще нарисовал. Рядом свечка. Это все из одной категории. А мы все называется одним этим. Хорошо, стирай. Ё-моё. Такое ощущение, что я туплю. Нет, сосотри. Ты пишешь... Один. Один. Первое. Да. Короче, ну тебя в бане. Я так вообще никогда ничего не выиграла. Это математика была? Нет! Геометрия? Нет! Это были констовары. Констовары? Ага. Зай, время вышло. И три, два, один, вперед. Ты. Опять ободок. Корона? Нет. Кокошник? Нет. Шапка? Нет. Корона, только по-другому. Диадема. Диадема. Пунктик. Так, и номер один. О! Давай скорей. Варежка. Рука. Веревка. Варежка с веревками? Нет, не с веревками. С чем варежки? Варежки с... Ну, она что так делает? С резинками. Резинка. Ну, вместе? Варежки с варежки на резинках. Да. Слушай, да я просто мастер. Маэстро, у тебя 30 секунд. О! Блевотина? А, подожди, громко говори. Да. Давай, 17. 10 секунд осталось. Давай. Колбаска? Йо-йо? Пружина? Нет, он так. Время вышло. Время вышло. А что это? Четки. А-а-а. Ты забыла эти слова, да? Ты знаешь, что у нас счет 6-1. Ты очень плохо рисуешь. Просто. К сведению. Отвратительно. Отвратительно. Непонятно вообще. Я на 6 баллов нарисовал. 3, 2, 1. Дом. Да, только какие виды домов? Судя по всему, большие какие-то окна ты нарисовала. Да. Что это? Большой пентхаус? Нет. Другой. Еще. Еще. Название еще. Я не помню, на букву В? Нет. Коттедж? Да. Плюс один. Как приятно. Так. Давай. Ваза с цветами. Какая ваза? Большая. Какие бывают вазы? Цветочная? Нет! В смысле? Ваза. Ты нарисовала вазу и цветы? Да, ваза, но ваза какая? Фигурная. Стеклянная. Другое. Ну ты что ты имеешь в виду? Материал. Хрустальная? Да. Так, в смысле? Ты должна нарисовать хрусталь. Что, все сдаешься? Да. Я вдруг бы угадал. Да?
Говорит, ваза нарисовался там. Что это? Ваза. Какая? Хрустальная. И три, два, один. Вперед. Так, кто-то волосатый. Девушка, парень, волосы, стрижка. Плюс. Пара. Мужчина, муж и жена. Этот парень. Кто это? Мужчина, парень, жених, половина, вторая половина. По-английски. Бой. Бойфренд. Да! Yeah! Шесть. Так. Что это за сиськи? Виноград. Что это? Ананас. Все, время вышло. Она не рисует почему-то. Что это? Курятник! Это много было яиц, я не нарисовал просто. А почему яйца? Почему по пол яйца? Ты видел, что ты рисовал? Какие это нафиг яйца? Это фантазию нужно развивать. А мне кажется, умение рисовать. Короче, смотри. Ой, подожди. Два, один. Короче, такая штука, и тут шланги. А нельзя комментировать? А. Так, это машина, зарядка, бензоколонка. Нет, и где-то вот тут посередине. Ладно, давай я вот тут вот нарисую. Человек, заправщик. Да, заправщик, правильно. Следующее. Подожди, подожди, сейчас рисуй. Угу. Ты знаешь, что ты пишешь в зеркальном отражении? Да. Как это прочитать? Ар? Нет. Ну, ты не понимаешь, что это? Ну. Первое, второе, третье. А это цифры? Я думал, что это такое. Жесть. А ты думал, ты прекрасно рисуешь, да? Смотри. Я стёр. Один. Это калькулятор. Нет. Телефон. Блин, все время вышло. Блин, это грамота была. Грамота? Там ГР, да. А написать же нельзя, но все равно грамота же там, ну не так. Один, два, три, первое, второе, третье место. Ну а как тебе должна была? Грамота, рисуешь пьедестал? Ну, так вот. Я рисовала в предыдущий раз. Короче, я проиграла, да? Ты выиграла. А, я выиграла. Ну, смотря как смотреть. Если тот, кто угадывал, то ты выиграла. Если тот, кто рисовал, то я выиграл. Напишите в комментариях, как нам быть. Мне кажется, я прекрасно рисую, ты прекрасно угадываешь. Рисую я прекрасно. Вот и отлично. Вот и ладненько. В общем, ребят, напишите свои впечатления в комментариях, понравилось ли вам такое видео, снять и еще. Мы, кстати, очень хотим проговорить. Да, мы хотим снять такое же самое видео, только имея уже две команды. То есть мы с Катей будем соревноваться против другой команды, тоже против двух человек. И там уже будет лучше понятно, кто у кого лучше связь. Ну, в смысле, именно командная. То есть ты рисуешь, угадываешь, и это балл в одну команду. И другая пара так же самое рисует, угадывает, и это балл им идет. Таким образом, будет более понятно, потому что в данный момент, ну, непонятно, кому зачитывать баллы, то ли мне, то ли Кате, из-за того, что я хорошо рисовал, или из-за того, что Катя у нас такая молодец, угадывала, что я рисовал. Такое видео у нас получилось, и ставьте пальчики вверх, если вам понравилось, и что ты хотела сказать? Я? Да, ничего. Ты такая, и я тебя прервал. И мы увидимся очень скоро в следующем ролике, и всем...
Адьос!